Добрый день. Оперативная обстановка на территории района. Андрей Витальевич, пожалуйста. Все потенциально опасные объекты, находящиеся на территории, функционируют в режиме повседневной деятельности. Волоковская атомная станция, все четыре блока находятся под нагрузкой 100%. За прошедшую неделю Волоковский филиал областной службы спасения выезжал два раза. Все выезды связаны с взаимодействием с экстренными службами экстренного реагирования. По данным МВД России, Волоковской и станции скорой медицинской помощи, за прошедшую неделю произошло 65 столкновений автомобильного транспорта, дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. По системам жизнеобеспечения за прошедшую неделю отключение холодного водоснабжения в районе не было. Отключение холодного водоснабжения в городе Балаково было два случая. Один случай аварийный, один плановый. На текущий момент отключения холодного водоснабжения в городе Балаково нет. Отключение горячего водоснабжения в городе Балаково зафиксировано три случая. Все три случая аварийные. На текущий момент из 769 домов есть горячее водоснабжение в 765 домах. Нет в четырех домах. Это поление тут с три дома. С 22-33 числа отключено горячее водоснабжение в домах 43, 45, 47 по Светлово. Причина отключения порыв трубопровода ГВС диаметром 100 мм. Срок окончания ремонтных работ сегодня. И остается также проспект Героев, дом 1 у управляющей компании. По центральному отоплению из 1003 домов теплоноситель подается во все 1003 дома. За текущий период отключений по центральному отоплению в городе Балаково зафиксировано 4 случая. Все 4 случая аварийные. На текущий момент отключений по центральному отоплению в городе Балаково нет. Отключение электроснабжения в городе Балаково за прошедшую неделю произошло 13 случаев. Аварийных 1, плановых 12. На текущий момент отключения электроснабжения в городе нет. Отключение электроснабжения в районе было 6 случаев, 4 аварийных, 2 плановых. На текущий момент отключения электроснабжения нет. Отключения газоснабжения в районе не было. Отключение газоснабжения в городе Балаково было 2 случая, все 2 случая вне плановых. На текущий момент отключения газоснабжения в городе нет. Отключения связи не было. И на текущий момент по решению противоэпидемического штаба остается приостановление учебного процесса в общеобразовательных учреждениях района и в центре дополнительного образования, связанное с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. По 7 февраля включительно. Доклад закончен.